Друзья, всем привет! Приветствую всех на своем канале. Вы находитесь на канале «Я верю в чудеса». С вами Марина. Друзья, хочу с вами сегодня поделиться покупками из магазина Fix Price. Покупки были небольшие. Покупки сделаны были не сегодня. Некоторое время назад были сделаны покупки. Просто я хочу с вами поделиться и сказать свое мнение. Значит так, первое, что хочу вам показать, это маска «Чистая линия». Вот так она выглядит. Это маска скраб 3 в 1. Очищает, матирует, сужает поры, придает гладкость. Белая глина, цинк и мята. Что хочу сказать. Вот эту маску я нигде больше не встречала, как только в Fix Price. Почему именно так, не знаю. У многих на канале я тоже у девочек видела, что именно вот эта маска, еще там с каким-то орешком, масло ши, по-моему, или как, или макадамия, что-то, какой-то вот орешек там экзотически нарисован, что продается вот именно вот эта маска и с маслом ши, по-моему, только именно Fix Price. И цена очень хорошая. Цена, я вам сейчас скажу, сколько стоит. Цена стоит... Так... 55 рублей. Как ни странно, маска классная и работает хорошо. Кто не в курсе, сейчас я вам покажу. Она вот так... Пахнет приятно, такой травянистый запах. Так, сейчас, секунду. Фокус сделаю. Вот видите, да, вот она обыкновенная беленькая такая со скрабирующими частичками, вот такая. Вот. Но она, в принципе, она так не это, не выделяется, как, допустим, как скраб-то с абрикосом, тоже от «Чистой линии», которую я брала, там видно, что прям скрабирующие такие частички от абрикосовых косточек. Здесь нет. Здесь тоже, наверное, какие-то частички от, не знаю, какие-то полирующие, какие-то, ну, походу, что настоящие, натуральные. Может быть, что-то еще как-то перемолото. Я не знаю, что здесь заявлено в составе. Тут очень мелко. Так, ну, как всегда, не по-русски. Оксид цинка и экстракт мяты. Вот только по-русски написано. Остальное... Остальное все поставщик Беларусь, изготовитель Россия, город Москва. Что скажу, маска классная. Я ее делаю, знаете как, буквально там заявлено, по-моему, 2-3 минуты или 3-5 минут, не знаю, сейчас посмотрим. Да, 3-5 минут на влажную кожу помассировать и смыть большим количеством воды. Мне маска понравилась, как ни странно, потому что есть такие маски «Чистая линия». Вот шампуни, например, как-то, сколько раз я покупала, мне шампуни как-то они не заходили. Во-первых, в основном они гелевые, гелевая основа, как вы знаете, я вам сколько раз уже в видео говорила, я не очень люблю. Не то, что я люблю или не люблю, мне они не подходят для моих волос. Для моих волос больше мне нравится кремовая консистенция. Вот. Так что вот она такая очень приятная. Она не сильно густая и не сильно жидкая, но консистенция ближе, знаете, такая, как жидкая сметана, скажем, вот так. Вот. Рекомендую, да. Если скажете, порекомендовала бы, да, порекомендовала бы. Хорошая маска стоит, по нашим ценам стоит нормально. 55 рублей – это хорошая цена, которую можно пользоваться, и действительно виден результат. Что тут заявлено? Очищает, да, очищает. Матирует, сужает поры, придает гладкость. По поводу гладкости, ну да, потому что там содержат скрабирующие частицы, да. Она шлифует кожу, естественно, мягкость, да. Матирует, сужает, ну да, за счет вот глины. Белая глина, цинк, мята. Мята она освежает. Такой мятно-травянистый запах. Приятный, хороший. И ощущение такое приятное после маски. Хорошее ощущение, приятное. Так, это первое, что было. Второе,
Девочки, мальчики, долго я ходила, смотрела на эту пасту Colgate Гранат. Долго я смотрела. Ну что вы думаете, в итоге-то я ее купила. Сейчас она продается во многих магазинах. Она сейчас продается и в Пятерке, я видела ее. Вот. Ну, так как я ее хотела, вы видите, какое оформление. Оформление нарисовали такое, что просто сочный гранат. Ну, как всегда, срабатывает, знаете, да, наши девичьи с вами заведущие глаза. Мы уже пользуемся этой пастой. Паста, по идее, паста неплохая. По идее, паста хорошая. Но такого эффекта, допустим, чтобы вау, нет. Куплю еще ее раз? Нет. Был опыт? Да. Понравилось в каком смысле? Она очищает, она освежает. Ну, что-то больше, чем обыкновенная зубная паста, которая вот тройное, как там вот, тройное действие. Нет, я лучше куплю тройное действие. Или если сравнивать, например, Colgate... Отбеливающая, конечно, вот с лимончиком. Да, я, конечно, лимончик это куплю, или отбеливающая, или обыкновенная семейная. Здесь, ну, она какая-то сладкая, знаете, как фруктовые раньше вот пасты в Советском Союзе были. Вот что-то приблизительно вот такое. Стоила эта паста? Сейчас я вам скажу, сколько. Так, зубная паста. Девочки, а что-то у меня здесь ее нету. Мы, наверное, в другом чеке покупали ее. Потому что мы два раза заходили, мы возвращались еще там покупки делали, покупали там пудинги. Скорее всего, в том чеке. Но что-то 89 или 79, ну что-то вот в таком вроде. Потому что, да, нету в этом чеке. Так, дальше. Чем хочу похвастаться с вами, хорошие мои. Дальше пойдет из, как даже не знаю, как сказать, красота. Вот так, секунду, сейчас я вам покажу. Так, мои хорошие, не знаю, как и чего, куда, что распихать, чтобы вам было видно. Уже маску сюда поставил, это сюда. Короче, смотрите, какой салатник. Шикарный. Вот, смотрите, даже вот я свет включила. И как он красиво играет. Какой красивый салатник. Это просто, ну, сказка. Это, знаете, вот даже вот в 90-е годы модный был хрусталь, да? Посмотрите, а какая вот красота. И приятно же будет гостей встретить. Даже, ладно, гостей, это понятно, да, ясно. Ясный перец, как говорится, да? А вы представьте, что, допустим, для себя каждый день вот в такую красоту делать салатик. Любой. Хоть с огурчиком, с помидорчиком, с перчинкой, хоть с капусточкой, да? Хоть со свеклой, допустим, с майонезом, вот какие-то вот оливьешечки, да, вот на застолье, там вот какие-то праздники. Это ж вообще, смотрите, какая красота. Девочки мои, хорошие мальчики. Это прелесть, вы знаете, сколько стоит? Сейчас я скажу. Называется салатник «Хрусталь». 77 рублей. Вы представляете? Очень он мне нравится. Во-первых, мне нравится такая форма, очень красивая. Мне нравится такой вот он, как бочоночек. Ну, не как бочоночек такой сделан, да? Но я не знаю, очень мне понравился. Я просто каждый день делаю салат в этом салатнике. Сейчас как раз вот сезон огурчики, помидорчики, перчик. Это все это так красиво смотрится. Шикарно. Ну, просто красота. Так, это еще не все. И давняя моя хотелка, вы знаете, хотя называется это по-другому, но я когда увидела, сразу схватила. Так, давайте я, наверное, отодвину. Покажу на общем плане. Вот, смотрите, мои хорошие. Вот такая штучка. Это называется джемница для джема. Такой малышочек вот на трех ножках. Но я когда увидела, я увидела у одной девушки, у блогерши, она, у нее, вернее, знаете, у нее была такая вот вазочка под икру, икорница.
И была еще крышечка сверху. Такая крышечка, вот знаете, и такой вот, как вот пимпочка такая вытянутая. Но нет такого, я не знаю, это, видимо, ну, сказала она, что вроде бы тоже, по-моему, Фикспресс продалась. Тоже вот из стекла, из обыкновенного, ну, такая красота. И я, короче, я когда увидела, это стоит, это джемница для джема, 50 рублей. Да, 50 рублей. И я говорю, ну даже если вот икру, допустим, наложить, да, вот на застолье у кого, допустим, день рождения, там, да, праздник, Новый год, шампанское, да. И смотрите, вот то же самое, наложить икры, ну и что, что она без шапочки. Эта шапочка-то, по идее, это и не нужна, да, на застолье. Вот. И шикарно, мне нравится. То же самое, вот как и можно по назначению применять, вот джемница, то же самое. Ну, для джема, мне так кажется, это очень мало. Ну, хотя она такая вместительная, вот. Но здесь, ну, если на двоих, на троих, допустим, 2-3 бутерброда варенье, ну, мне так кажется, лучше побольше какую-то посудинку достать. Вот. Ну, не знаю. Так что вот такие были мои покупочки. Девочки, мальчики. Вот так вот я вам покажу. Вот это, наверное, все. Хотела похвастаться. Мне очень это все так понравилось. Поэтому напишите, пожалуйста, как вам понравились мои покупки? Покупали ли вы что-то такое вот подобное? Может быть, кто-то покупал вот такую икорницу? Пишите. Если видео понравилось, ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Проходите, смотрите на моем канале много интересных видео про косметику. И про Евроше, и про Avon, и про Фаберлик, и мои покупки, и мои сладости. Проходите, подписывайтесь. Все, спасибо большое вам. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.